Все перестановки, все новинки, это вам не благословленное. А откуда табуретка? Зачем? Надежда Васильевна всегда любит вставлять. Садиться есть куда, повернуться негде. Кто принес ее сюда? Ни один. Откуда? С коридора, но она стояла здесь, и мешки убрать были. Убрать немедленно. Да, понятное дело, что нет поворота, здесь падает. Они бегут и прямо в нее упираются. Никогда не было. Вы ничего не переставляете, не покупайте, не делайте. Примите все как есть. Там еще коридор что стоит? Угу, да. Ну чего ради? Коридор вообще должен быть простой. Для обуви. Убрать сразу его. Господи, слава Тебе, Боже всемогущий, хвала Тебе. Благодарим Тебя за святые милости, освети посылаемые Тобою дары для насыщения плоти. Тебя слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот у вас чувства этого как-то нету, что всякая перемена влечет с собой какое-то нарушение. Я не могу выразить это словами, это... Просто надо понять. Вот человек на севере живет, там деньги платят хорошие, я заработаю и я отдохну. Работает, там 45 градусов выдерживает. Все, получил деньги, поехал на юг, вот испекся, нету. Человек живет здесь в Сибири, что морковка, тут свекла, бананы. Раз схватило желудок, два рак желудка. Ты живи тем, что здесь тебе Бог дал. Не выдумывай. Ты можешь там, если потребуется машину купить, там изготовили ее где-то лучше есть. А все остальное, вот показывает мужчина в магазине, там тележка, ты что покупаешь, возит. И он покупает разные там напитки, все. И везет в лабораторию. Вода в банках, вот сейчас я гляжу, у наших тут привыкли брать, покупать, недаром. И говорит, ни одной нету посудины, в которой не было бы яду, яду. Это все официально, в интернете я смотрел. И верьте, и в это я верю. Вот начинают у меня что-то такое, соли какие-то. Соли, они необходимы человеку. Дистиллированная вода вредна для человека. Понимаешь, вот надо научиться на это смотреть так, как Господь дал. Дал, полез еще дальше. Но это запрещено было, погибло все. Пища не приближает к Богу, а люди добавили и не отдаляют. Притом в это верят православные, сектанты, баптисты, все верят. Я говорю, а где ты нашел не отдаляют? Так, Петя, у тебя как так? Так, Ваня, как у тебя? Да как же братья проповедуют? Лгут, и ты им веришь. Пища отдаляет от Бога. Отдаляет. Адама отдалила полностью. Сатана подошел, требует камни сделать хлебами. Дальше. Не продать, не купить, речь идет не о ботинках, а о хлебе. Хлеб насущный мы просим. Ты вникни в это дело и посмотри. Начертания зверя люди будут принимать из-за хлеба, из-за питания. Вот работаем, где что, хлеб насущный. Как прокормить семью, говорят. За разговор какой. У нас сегодня сломался там бульдозер. Я сказал... Ну а что сделать? Кажется, там внутри, снизу, подползти надо. И там какой-то болт срубить. И Роман сделал зубило, там особо, если промахнешь, то попадешь не в руку, а в эту, такая у него шайба, интересно, не железная. Я не видел раньше такого. И он один сам этот, он, ну, этот шофер-то Виктор, он такой, пролез вот, вылазит оттуда, вот как эти показывали японцы, взрывают у них на спинах. Бомбы, мины, и они прям бегут под танк, ложатся, его раздавило и взорвало танк. И они говорят, ты, ну подбежал бы там, как-то бросил или... Нет, именно ложиться.
отпустил нас домой. Мы там с Романом были, он пособирал ягоды со мной, солодки. То есть надо научиться не переменять. Не спеши менять хозяина, не спеши менять жену, не спеши менять все прочее, мужа. Не спеши. Вот я, мне сейчас звонит одна знакомая и говорит, вот так и так там советует переехать, это другое. Зачем? Ну вот, что-то там. А добра не ищут, добра говорят. Я говорю, и там новые люди, они будут ловить слухи о тебе, как ты была там. К этому прибавят обязательно что-то. Тебе этого не надо, тебе меняться надо. Ты какая дома была сейчас, тебя уже знаем, какая ты есть. Все, ты должна быть другая. Нормальная девочка, все. Вот, спрятали гвозди сейчас, не думай бить стекла там еще, хулиганить. Это нельзя. Я не знаю, насчет ты способна еще. Потому что характеристику того нам не представили. Мы у родителей спрашиваем, какие у него закавыки. Ночью лунатик бывает, бродит, там, ну еще что-то. Вот у нас был мальчик здесь, энурез у него считает это, ночью под себя мочится. А оказывается, против этого корень солодки. Я сегодня только узнал, попросил Никиту, он включил. Я никогда не знал, что корень солодки добывают тоннами. Ее сажает, она сплошняком там переплетает, и машина идет, там только пыль летит. Как она их не рвет, не показали. Но главное, закупает Америка, Китай, а где? В Киргизии. У нас, ну, корешков несколько достал, это уже хорошо. А у нас-то тут завал. И мы прошли, Роман себе набрал, пожевал, понравилось. И отхаркивающее, и там дыхательное. Вот, мокроты разные, там все перечисляется. И добавки в разные лекарства. В разные, в разные. И вреда никакого нет. И нам Бог дал даром. Мы получили. Свое. Не купленное. И это надо ценить. У вас под ногами там валяется в этом сарае. Все это уже разбросано. Ну, по-русски, это уже по-русски. Мы не ценим. Поэтому ничего не меняй. Я говорю, место жительства не надо менять. Если есть возможность жить, надо стремиться туда, где верующие. Вот отец Геннадий Фаст говорит, его родители, немцы, они меннониты, да они искали, где есть их церковь. Ну, по их понятиям церковь. И они нашли такое где-то в Караганде, туда переехали. А сейчас ищут и это. Я практически никого пока не знаю, куда ехали. Земля, работа, где вода. Ну, такое вот, единоверсия. Единоверсия, это очень много значит. Но надо искать истину. Нам Бог это дал. Нужно научиться ценить. У нас сегодня, гляжу, фильм показывает, там, ну, разных показывает, чужая жизнь. А один из наших сидит, фальшивый рот, и вот у нас такая вот женщина одна в деревне. И она ничего не понимает, в то время как будто бы отключается, вот, я легенда, вдруг у него отключается, он никого не слышит, собака лает, а звука нигде нету. Вот там, там, то, что было до той трагедии, когда погибли все люди, он остался. Так этот, он в это время кино смотрит и начинает с зубами, бобер и бобер, тощит. Я говорю, ты ешь ногти, ногти нет. Нет. Ну выйди оттуда, выйди, проверил, все ногти обгрызены. Твой клиент. Ногти нет. Да. Ты не знал даже. Я был в лагере, в тюрьме, везде наблюдал. Я не знаю, с чем это связано, но большинство из этих людей сидят за убийство. За убийство. То есть он самоед, пожирает себя, а потом вот такое вот. Не знаю, какая связь, но я просто, я смотрел, игры, ну, с чем это связано? Вот, ни с чем как будто бы. Что такое ноготь-то сгрызть? А они сидят, их 7 человек на киедах, 5 за убийство. Я поневоле думаю, что нехорошая эта привычка, и этого делать нельзя. У меня ребята были такие, девчонки, ходили в перчатках, чтобы руку не сунуть. Ну и помаленько отвыкает. Ты не ешь ноги, ты не грызешь? В рот не суешь? Нет. Да? А ну покажи руку, да. Поймешь, ну, близко к этому. У человека должны быть, ну, нормальные ногти, можно, чтобы уцепить где-то. Близко-близко похоже. Может, редко в рот натолкаешь, чтобы этого не было. Мы говорим о том, не стремитесь менять.
место работы. Знакомая была, у меня место работы, а потом она уволилась, пошла на пенсию. И говорила, у меня вся трудовая вот так пестрит. И не из-за того, что я искал, а меня выгоняли. Узнали, что верующий, вот тебе волчий билет в зубы, иди в другое место. Баптисты нам не нужны. Ну и проще. В одном месте держали меня на работе 6 часов. Я в вторую смену вышел, а мне в окно книжку выбросили. Пошел отсюда. Вот время было такое. Один день я не работал, они меня не знают, я устроился. Ну, узнали, следом за мной шли органы и сообщали, а там разделывались очень быстро. Не спешите. Мы имеем святую православную веру, ее надо хранить. Хранить. Не спеши менять ее. Услышал, ой, там хорошо. Есть поговорка, хорошо там, где нас нету. Нам так и кажется. Хорошо там, где верующие люди, где заботятся о душе на первую очередь. Богу нашему славу, во веки аминь. Садитесь.